Первая глава, основные вопросы. Вопрос номер 33. Кто на самом деле умный? Ответ. Бывает общий умный человек, который думает, правильное решение делает и успехи получает в этой жизни. Но на самом деле умный и успешный – это тот человек, который спасет себя и свое потомство из ада. Умный человек и преуспеваемый человек – это тот, кто получает свою цель. Он знает свою цель и идет к этой цели. Получать эту цель – это есть мудрость, это есть быть умным. Это есть успехи и это есть руководство, хидая. Умный человек дает правильное воспитание своим детям, правильное образование и делает лучшее их будущее. Обеспечивает, создает причины, чтобы у них будущее было нормально. Но есть мудрее и умнее, чем этого умного человека – а это тот, кто вместе с собой свое потомство спасает от мучения, которое не заканчивается, которое после смерти, которое в ад. Потому что это мучение является алим, болезненное. Алим, то есть великое мучение. Великий Господь сказал, что это мучение является алим и алим, болезненное и сильное, великое. Истина такая, что если Аллах Аззаваджалла не помилует нас и наше потомство, и не спасет нас от беды и мучения, оставит нас в этой беде и мучения, то это самая большая гибель, это самая большая досада, уничтожение. Это мирская жизнь. Это даже не пылинка по сравнению с той. Аллах Азза ва Джалла говорит: «Ва хаяту дунья илля лаъбун ва лахв». Не является мирской жизнь, но только лаъб, игра, ва лахва, забава. «Ва ад-дару л-ахирату». И ахира, последний дом, рай, хайрун лучше лиллазина, для тех, которые яттакун, проявляют таква. Афалата акилун, почему вы разум не используете? Почему вы не становитесь умными? Почему вы не думаете? Аль-Ан'ам 32. Афалата акилун указывает на то, что если человек понял то, что сказано в этом аяте, то это человек умный. Мирская жизнь является игрой. Это не значит, мирская жизнь не является жизнью. И не надо это считать как жизнь. Или не надо обращать внимание на это. На самом деле, мирскую жизнь назвали его игра, потому что по сравнению с ахират, это очень маленькое. Как, например, человек просто играет мяч или играет вот это время. Очень малое время. И это указывает на то, что это не настоящая жизнь. Это очень короткая жизнь. Как, например, игра, которые бывают очень малое время. Поэтому самый умный человек – это тот, кто спасет себя и свое потомство, свои дети и потомство, и делает их будущее лучшим. Тот будущее, которое никогда не заканчивается. Раббул Аламин говорит: «Я айюха ладзина аману, у тех, у кого иман есть, у тех, которые приобрели иман, у тех, которые уверовали». Спасите анфусакум себя ва ахликум и своей семьи. Нара от огня. Вакудуха ан-насу валь-хиджара. Топлого этого огня, то есть топлого, который является людьми и камни. Аллах Азза ва Джалла приказывает: спасайте себя и свои дети, свой ахль, своя семья, свое потомство. Некоторые люди считают себя мусульманами. Усердствовать для своих детей, чтобы их жизнь была хорошей, чтобы они наслаждались, у них было удобство. Хороший дом, сад, фонтан, бассейн и так далее. Чтобы люди наслаждали. И не усердствовали для ахира. Они не усердствовали, чтобы их дети спаслись от ада. Или от тех мучений, и беды и проблем, которые после смерти. И это является доводом на то, что они не верят должным образом в ахира и в жизнь после смерти. Эта мирская жизнь – это временно. Очень быстро уходит. Здесь удобство и наслаждаться ничего не стоит. Здесь горе тоже не настоящее горе. И здесь радость тоже не настоящая радость. Настоящее горе – это когда Аллах Азза ва Джалла вас или ваши дети, ваше потомство оставит в вечное наказание. С теми, кто в мучении, в беде и не обратит внимания на вас. И вы будете страдать, как остальные люди страдают. Баракаллаху фикум, пока на этом все.